Слово «ценность» в русской арт-критике употребляется в общем значении – эстетическая, художественная или моральная ценность, то, что не обсуждается, но что кажется самым важным. В европейских языках слово «value», «valeur» или «vert» означает одновременно ценность и стоимость. Ценность – это то, что увеличивает стоимость. То, что не просто объявляет какую-то вещь важной и почти священной, а то, что увеличивает ее значимость, больше привлекает к ней, заставляет воспринимать серьезнее и усиливать собственное серьезное отношение. Ценность всегда коммуникативна, а не просто раз и навсегда дана и поддерживается традицией. Но кроме того, слово «ценность» имеет и техническое значение – насыщенность, градиент, интенсивность цвета. Например, для черно-белых изображений словом value будет называться насыщенность черного цвета. А передача ценностей – это правильная передача не только характера цвета, не только освещенности, но и интенсивности. Value – это то, что сопрягает цвет и свет. Поэтому слово «ценность» переменяется и в других искусствах для обозначения элемента, который выступает как градиент, который при этом ярок и запоминающийся, и который является свидетельством своеобразной подлинности формы. Например, для стихотворения такой ценностью будет рифма. Она тоже является своего рода насыщенностью, созвучие разных строк. И об этой насыщенности мы тоже можем говорить. Она тоже значима для всего произведения как эстетическое довершение. И оно нам позволяет говорить о произведении как об эстетически состоявшемся. Такие же ценности бывают и в музыке, поэтому часто современное музыковедение или изучение поэзии, или изучение визуальных искусств, говоря о ценностях, имеет в виду именно такие ударные элементы, ключевые моменты интенсивности формы, а не ценности, как просто что-то значимое или ценное.